Шипачев не может сделать передачу на ход, да. Кетов выходит один на один. Тасо, гол! 1-1 становится счет. Великолепно все сделал Евгений Кетов. Не всегда у него такие выходы 1-1 получалось реализовывать в прошлом сезоне. Но сейчас все сделал блестяще. Уложил стадион на лед. И затем капитан Северстали. А кому же еще забрасывать первую шайбу в Череповце? Посылает шайбу под перекладину. Но сейчас все здорово разыграли. Здесь еще и защитник армейцев грохнулся на лед совершенно не кстати. Ну и мастерская реализация Евгения Кетова на ногах трибуны Ледового. 1-1 на третьей минуте. Это уже на четвертой минуте третьего периода.